Здравствуйте, друзья. Перед вами счастливая и смущенная девушка. Представляйтесь. Меня зовут Юлия. Юлия, вы у нас были ведь раньше на видео, да? Конечно, с мамой. Трех. На трех. Да. Это четвертое видео с мамой были. С мамой были. Пару слов. Вы когда начали учиться у нас? Я начала учиться 15 октября. 15 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, вот 5 месяцев прошло. Угу. Вы интерншип где-то проходили? Да, я проходила интерншип в Connected.io. Так. Месяц я прошла, и месяц искала работу, и вот успешно все прошло. Google. Да. Но вас материально не унизили. Ну, как сказать. Это хотелось больше. Для старта неплохо. Вы по образованию-то кто? Инженер-энергетик. Да вы что, а с виду как будто только из школы? Да, недоученный немножко. А, вы не закончили? Ну, то есть вы молоденькая совсем? Да. Ну, как вообще в Америке-то вообще? Ну, помните, откуда вы приехали? Из Беларуси я приехала. Так. Из маленького города провинциального Мозырь. Да вы что? Да. Прям как швейцарский Мозырь. Ну, да. Да, так, хорошо, там речка у вас? Есть у нас речка, Припять называется. Припять, не то, что Мозырка какая-нибудь. Нет, Припять. Припять, хорошо. Так, как в целом-то вот впечатление? Вот можно жить в Америке-то? Конечно, можно, еще и нужно. Так, подождите, а вот вы уезжали, а у вас там какая-нибудь любовь-морковь там осталась? Или? Было дело. Но... Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Да. То есть вы как бы на месте уже? Да, все отлично сейчас. Все отлично. Мама-то как? Мама хорошо, прошла интерншип, тоже учит, точнее, ищет работу себе. Слушай, как прикольно, правда? Вот твоя мамка на маркете и дочка на маркете. Да, все. Мама уже не конкурент. Но она рада, мама? Конечно, рада. Ну вот вообще, как девчонки вообще белорусские там отмечают? Вы там пошли там с ней пивка выпили или там... Нет, я не пью. Нет. А как вы... Ну, я провоцирую. Ну еще, что значит провоцирую? Ну, пока как? Не отмечали, я только узнала. Буквально 20 минут назад. Ну будете отмечать? Посмотрим. Я думаю, да. Ну у вас друзей тут много уже? Все друзья разъехались, к сожалению. А куда они? В Лос-Анджелес. А работу там нашли, что ли? Да. А то есть у вас их так много было или совсем? Ну да, кое-какие друзья здесь тоже остались по месту тоже. То есть им нравится в Лос-Анджелес? Некоторые из них уже, да, конечно. Ну, может, вы тоже поработаете в Гугле, а потом и в Лос-Анджелес. Все возможно, ничего не отрицаю. Ну хорошо, солнышко, я вас поздравляю. Спасибо. И маму вашу поздравляю. Она хорошую девочку вырастила. Спасибо. Вот. И, в общем, как сказать, София наша, она... Постоянно вот повторяет такую фразу, она говорит, вы еще даже не знаете, какая хорошая и счастливая жизнь вас еще ожидает впереди. Это уж точно, я полностью согласна. Ну что же, ладно, помашем ручкой и скажем всем привет. До свидания, всем удачи, не теряйте надежды и боритесь до конца. Если кто-то захочет вам лично что-то написать, может, вы понравились кому-то, я даже не сомневаюсь. Вот, значит, что им делать-то? Ничего. То есть вы не принимаете корреспонденцию? Нет. Ну и ладно, тогда пусть она просто посмотрит еще раз. Просто пусть порадуются люди. Хорошо. До свидания.